Без науки мир давно уже невозможен. Нужна она в бытовой жизни. Что уж говорить про отрасли, которые издавна были связаны с высокими технологиями. В этом ряду находятся промышленность, медицина, образование и ветеринария. На коллегии агентства ветеринарии были подведены итоги работы ведомства за прошлый год и заключено соглашение о сотрудничестве с Ульяновским государственным аграрным университетом. Документ позволит создать на базе Симбирского центра ветеринарии и безопасности продовольствия базовую кафедру факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Наука должна идти тесно в сотрудничестве с производством. Только тогда мы сможем активно обучаться, мы можем применять новые методы, мы можем активно сегодня побеждать любую угрозу, которая будет на Ульяновской области. Аграрный университет – не единственный вуз, который собирается сотрудничать с ветеринарным агентством. Свои возможности на коллегии представил Ульяновский государственный педагогический университет. В вузе уже создан Центр фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологий. В нем находится 5 научных лабораторий, возможности которых могут быть использованы при диагностике и проведении исследований. Педагогический университет давно уже перешагнул за пределы подготовки только педагогов. Социальное направление, и в том числе по биологии, у нас есть непедагогические специальности, которые готовятся как на бакалавриате, так и в магистратуре. При университете также работает малая академия естественно-научного образования. Она позволяет уже со школьной скамьи заниматься научными изысканиями, ранней профориентацией. Егор Цитов, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда.